Полочка готова, и мы покидаем мастерскую, чтобы встретиться вновь. Пока, дорогие зрители.
Ух ты! Оказывается, мы из мастерской пришли не с пустыми руками. Украли какую-то деревяшечку. Да, украли деревяшечку. Ну, Джейн, ты вся своего хозяина. Любишь дерево, да? Молодец. Покажи, какую породу сегодня ты утащила. Породу дерева. Что-то очень хорошее. Ну, молодец, вот уже и стружки валяются. Отлично. Приятного аппетита тебе, дорогая.